У меня в руках находится головоломка, основанная на древней легенде, в которой у лосося во рту было кольцо. Это кольцо необходимо освободить. В кольце у нас есть вырез, но если мы пробуем просто двигать кольцо по медальону, у нас ничего не получится. Здесь мы упираемся в этот медальон, в другом конце мы упираемся просто в препятствие. Соответственно, для того, чтобы освободить, мы должны сложить два медальона, войти кольцом во второй медальон и двигать здесь уже по лабиринту. Здесь у нас есть препятствие, мы его проходим, маленькое кольцо, и здесь выходим из первого медальона. На этом медальоне мы уже при помощи отверстий проходим лабиринт. Попадаем внутрь лабиринта, и здесь при помощи отверстий должны освободиться. Почти освободились. И готово. Головоломка решена. Подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть еще больше интересных головоломок.